Ход выборной кампании сегодня прокомментировали представители и других партий, которые участвовали в голосовании. Сторонники КПРФ собрали пресс-конференцию, где поделились своими взглядами на процесс волеизъявления граждан. Сергей Абухов поблагодарил избирателей за проявленную активность и пообещал продолжить заниматься вопросами жителей города. В любом случае, скажу только одно, мандат на представительство интересов краснодарцев, защиту их, у меня партии не отозван. То есть я дальше намереваюсь заниматься краснодарскими делами. Он сохраняется, равно как я обязуюсь выполнить все свои обязательства, которые брал в период активной фазы кампании. Напомню, более 800 обращений ко мне было граждан. Также свое мнение высказал представитель кубанской ячейки либерал-демократов Илья Шакалов. По его мнению, несмотря на то, что победа осталась не за ЛДПР, на этих выборах партии удалось достичь больших результатов. По предварительным данным, мы демонстрируем второе место в крае. Это беспрецедентный рост доверия населения. По одномандатным округам тоже у нас наши кандидаты занимают вторые и третьи места. Это серьезный показатель для Кубани. Значит, ЛДПР работает в тандеме с населением. Сейчас наша задача – это наращивать позиции. Много было сделано нашими кандидатами, однопартийцами, сторонниками. Поэтому мы выражаем огромную благодарность всем тем, кто пришел, поддержал нас, несмотря на плохую погоду в ряде городов Кубани, оказала нам доверие. Мы обязаны оправдать его.